Всем привет! В магазинах уже стали продавать новогодние украшения. А это значит, что один из самых любимых праздников для детей совсем близко. Сделать его сказкой может каждый. Достаточно украсить окна и стены дома гирляндой. Если минимализм не ваш конек, можно украсить дом и снаружи. Для этого существуют специальные украшения, устойчивые к заморозкам и перепадам температур. Первое, с чем стоит определиться при покупке новогодней гирлянды, это место использования декора. Если планируете повесить его на улице, важно найти модель со степенью защиты не ниже IP44, длинным и прочным проводом из каучука или силикона. В таких моделях чаще используются толстые провода диаметром не менее 3 мм. На упаковке в данном случае должна быть отметка о возможности эксплуатации на улице. При украшении помещений чаще важнее дизайн. На окна вешают сети или длинные занавеси в виде бахромы, сосулек и вертикальных нитей, теплых желтых, белых оттенков или разноцветные. Лучше всего использовать LED-лампы. Они более долговечные и пожаробезопасные. Для елки подойдут гирлянды с питанием от сети 220 вольт. Если же нужно украсить венок в прихожей или полки на большой высоте, откуда не дотягивается провод до розетки, присмотритесь к моделям на батарейках. Есть много гирлянд разных форм, характеристик и назначения. Прежде всего они делятся на две большие группы – уличные и домашние. На сайте Wildberries уличную гирлянду бахрому можно приобрести со скидкой за 1529 рублей. Ее прежняя цена – 3607 рублей. Длина 25 метров, морозостойкая, полная защита от воды и пыли, низкое электропотребление, флеш-мерцание. Длина вертикальных нитей – 40, 30 и 20 сантиметров. Есть выбор цвета – бело-синий, зеленовато-синий или оранжево-красный. На сайте Озон уличная гирлянда бахрома продается со скидкой в 68% за 3333 рубля. Длина 50 метров, может работать круглый год, высокая степень защиты, мерцание холодным белым светом. На сайте Яндекс.Маркет уличную гирлянду бахрома предлагают со скидкой в 54% за 2276 рублей. Длина 25 метров, высота 60 сантиметров. Цвет свечения теплый желтый, мерцание белым светом. Есть защита от мороза и влаги, теплам, светодиоды. На сайте ДНС уличную гирлянду Эра можно приобрести за 699 рублей. Гирлянды в виде разноцветных ламп на черном шнуре. Одна нить, 75 светодиодов, один режим работы, длина 5 метров, питание от сети. Страна-производитель – Китай. На сайте CityLink уличная гирлянда Sunlight сейчас продается за 3530 рублей. Ее длина 2,5 метра, высота 3 метра. Цвет свечения – фиолетовый. Один режим работы. Свечение постоянное, переключение света отсутствует, 925 ламп. Форма гирлянды может быть разной. Занавесь. От горизонтального кабеля вниз спускаются нити с лампочками. Такие модели отлично смотрятся в дверных проемах. Бахрома. Разновидность занавеси, отличающаяся короткими свисающими нитями, которые могут иметь разную длину. С помощью такого украшения можно оформить фасады, крыши и лестницы. Сосульки. Такая гирлянда похожа на бахрому, однако нити выполнены в форме сосулек. Специфическое мерцание создает стойкое ощущение таяния. Дюралайт. Специальная лента, в которую встроены светодиоды. Характеризуется прочностью и устойчивостью к внешней среде. Можно украшать дома, елку или даже выкладывать надписи и фигуры. Это был шопинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличные скидки.